На ремонте вот такая варочная панель Samsung, модель C6 1R1ADMST. Значит, общая проблема: при включении любой конфорки включается и вот это одна, вот это. Ну и потом, после того, как что-то стрельнуло внутри, хозяйка решила ее поремонтировать. Но долгое время вместе с этой, ну, вместе с любой из этих включается и это. Одна из вариантов — залипла реле. Будем смотреть. Откручиваем. Значит, по периметру есть вот такие винты. Раз, два, три, по три на каждую сторону. Откручиваем и просто снимаем вверх. Это несложно. Здесь все просто. По два провода на каждую конфорку. Один из них толстый, один тоньше. Толстый, все толстые идут вот сюда. Все то, что тоньше, идут вот сюда. Они разного цвета, но не все разного. Допустим, серый здесь, который постоянно включается, и серый здесь, который нормально работает. Вот эта плата, она приклеена на скотч. Вот, на двухсторонний скотч его надо отковыривать. Здесь отковырять и здесь отковырять. И потом еще на шлейфе. Шлейф без фиксатора просто вытаскивается. Плотно вставляется, плотно вытаскивается. Ну и все, остается плата. Так получилось, что вот здесь, на вот этой рулюшке, почему-то снимается корпус. И так получилось, что если проследить вот этот серый, то он идет как раз вот этот серый. Тут есть, смотрите, это, наверное, левая сторона и правая. Вот белый-серый, а тут красный-серый. Ну, суть в чем, что вот сюда приходит второй-третий, и вот как раз две релюшки, и именно сюда приходит. И если посмотреть, то здесь вот чисто залипло, подгорел и залип контакт. Его нужно просто подчистить надфильком, и все. Вы это можно сделать как? Можно поменять релюшку, можно отковырять корпус и в прямом смысле подковырнуть и попробовать отковырять корпус. Но у меня вот так отковырялся самостоятельно. Я даже не отковырял. Видите, вот здесь на... То ли, может быть, его уже кто-то отковыривал. С этой стороны фиксатор. Если его поддеть, он вытаскивается. И тут даже фиксатор немного отломался с этой стороны. Значит, его уже кто-то ремонтировал. Или поменять, или зачистить контакт. Собственно, и тогда основная проблема уйдет. Эта конфорка не будет включаться вместе с остальными. Она просто залипла. Ну и здесь нашлась еще одна колонка. Вздулся один конденсатор, который тоже нужно поменять. И, ну, по большей степени, когда разбирал, увидел, что здесь оплавился один контакт. И нужно что-то с ним сделать. Сильно оплавился. Надо там как-то расчистить, и чтобы можно было хорошо закреплять провода. Ну, собственно, это вся проблема. Основная вот с этой рулюшкой. Все. Чистим контакт, и проблема уйдет. Ну, еще нужно проверить, все ли работает. Ну, даже после, как говорят, какого-то взрыва в середине, выбил почему-то автомат.
Но после того, как автомат включили, она все равно начала работать. Поэтому сложный вопрос. Может, действительно, из-за подгорания здесь контакта, то не было, то был, прихватило дугой электрической. Я не знаю, какая тут проблема. Ну, все остальное в хорошем состоянии. Конденсатор вроде не странный. Поэтому меняем конденсатор и чистим контакт. Или, если хотите, почему я хочу оставить эту релюшку, потому что реле фирменное, и оно будет с серебряным контактом. Если контакты серебряные, я оставлю старое реле. Если не серебряные, то надо поставить новые. Потому что если вы купите китайское новое реле, то оно будет с латунными контактами. На этом все. Ремонт, по сути дела, не сложный. Повторяйте. Увидимся на канале. А всем вам мира. И просьба о том, чтобы вы подписались на канал, потому что это важно для продвижения канала, а канал для тех, кто только учится разбираться в такой, как кажется, сложной технике, а оказывается, все несложно.